Что это там смотрите? Я не понял. Я вот тоже думаю, надо в следующий раз тоже все каблуки возьму. Каблуки будешь покупать? Да. Ужас. Ты педро? Ну, все, мы идем на улицу. Кто-то поворачивает. Слышь, кот кафе. Там кушают коты. Ну да. Она где-то дальше халяльная. Даже есть халяльный ресторан. Охренеть. Это был бы халявный ресторан. Ну я тоже сказал. Обрадовался. Халявный. Думаю, что халявный, а потом халяльный. Ну дайте в рейске. Оружие продают. О, автобусы, которые возят жителей. Так, закрываю все. Замыкаю, чтобы не уперли. Все? В точке? Ну, началось. Смотри, какая красивая. Че, прости господи, что ли? Суешь. Хуёк везде всякого непонятного. Как я, блин, сразу не заориентировался, что там купа. Там мне почему-то казалось, что это улица Тудой. Но мы Тудой дарим. Что за? Это не генерал, там. Что за страшные люди? Да-да. Я, конечно, можно было кататься на такси. О. Такси, поскорее. Белые, знаешь, байки ставить нельзя, машин тоже. В этих кустах. Ты правильно на повороте. Вон народ снимает. Народ снимает на штатив. А мы снимаем на ходу. Думаю, снимаем всякого. Телефоны, народу пиздец. Прадо, Прадо, который не Прадо. Радо, Прадо. Опа. Вот тут интересно. Только той. Дай телефон посмотрю. Чуть там ловит.
кольца вроде прямо. Это кольцо? Да. Это типа на кольцо похоже. Подожди. Ой. Ну типа вот где дракон, там ночной рождение Пхукеттауна, слушай. Дракон-то там. Не, ну это я говорю, там типа ночной рынок. Отсюда. Тут пит, понимаешь. Говорит, навигатор будет показывать без офлайна, а? Хренаешь. Хера она не показывает. Хотя вроде определение включено. Кольцо. Да бог его знает. 32 метра что-то право. Короче, вроде как понял, что прямо. Куда посрать, куда зайти? Вещи продают. Люди ходят по Мариске. Мы типа двигаемся даже. Кольцо типа дальше будет. Ну. Какой-то генерлиф хостел. Цветочки продают. Цветочки продают. Ну что я думаю, тут фаре снимать. Полубнись. Сейчас. GoPro стоп видео.